Это рецепт быстрого и вкусного блюда из стейков рыбы, красной, которая стоила 899 рублей за 1 килограмм, что в общем-то дорого, но со скидкой это является вполне приятным вариантом. Продаются они порционно, сколько вам нужно. Готовятся с помощью приправ на разогретой сковородке и с растительным маслом в течение 15-20 минут. Главное вовремя их переворачивать. Правда, мои слегка развалились в процессе данном. Получается нежное, вкусное, ароматное мясо и очень питательное. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал. Готовьте интересно, вкусно и не только. Всем пока. Я многое новое вам расскажу уже позже. Это рецепт быстрого и вкусного.